Вот мы уже практически в Святом Власе. Мы даже не заметили, как это произошло. Теперь все эти курорты, Несебр, Солнечный берег, Святой Влас, соединены единой дорогой. Вот там наверху, вот тот вот комплекс, вот там, где мы должны были, если бы поворачивали шоссе, повернуть. А здесь мы как бы повернули и оказались прямо в Святом Власе. Но Святой Влас тоже современный и недавно построенный, ну, 20 лет назад, короче, началось это, конечно, недавно, потому что курорт Солнечный берег, он строился еще в 50-е годы. Я точно уточню дату постройки, что-то мне из головы вылетело, но это курорт советской постройки, а Святой Влас... Когда мы приехали в 2000 году и останавливались на Солнечном берегу, мы заехали в Святой Влас. И здесь была начата уже застройка вот таунхаусов. И я помню, как нам предлагали таунхаус за 25 тысяч долларов. И он находился, как говорится, на единственной улице этого города, и перед ним было пустое поле, и вдалеке виднелось море. И когда мы спросили, а почему так далеко, почему вы не строите на берегу моря, нам сказали, что это земли государства, господарства по-болгарски, и здесь строить нельзя. Но теперь мы прекрасно видим, что вот комплексы, они расположены на самом берегу. Вот эти вот, мы сейчас едем, вот справа у нас просто море. И вот эти комплексы, которые стоят здесь, они стоят прямо на берегу моря. Это какой парковый лесок? А это отель. Отель Руи, как известно, это известная сеть. Можем остановиться здесь на паркинге и пойти сходить к пляжу. Выйти. Это далеко. Почему? Вот он, прямо здесь. Кто, пляж? Пляж. Так ты туда прямо здесь еще пройди отсюда. А, ты думаешь, через руи мы не пройдем тут? Через? Я думаю, нет. А, да. Это приватная территория. Так, а тогда нам надо будет идти вот туда, и там вот был выход там на пляж. Был, да. Поэтому я предлагаю проехать, насколько можно проехать, посмотрим прямо там. Туда. Ну да, куда мы да, ехали. Да, так а там Елените дальше. Ну, поехали. Сейчас он уже идет смотреть, что мы тут делаем на их паркинге. Да, охрана тут работает. Этот комплекс Руи, конечно, это 5-звезд отель. Он стоит на самом берегу, и здесь, конечно, так просто муха не вылетит. Мы... Рекомендацион. Да, мы хотели как бы припарковаться, тут красивый парк, ну то есть здесь очень красивый отель. Ну это действительно можно рекомендовать как хороший вариант. Отель отличный. Я думаю, не бедного отдыха. Да, абсолютно. Вот здесь вот тоже отели, вот здесь можно прямо выехать к морю. Мы пойдем, пройдем к морю или проедем. А помнишь мы... Да. Ой, какой Геракл, смотри, я даже не заметила. Кто такой Геракл? Ну, стоит, держит это, а то я просто не могу. На самом деле здесь застройка в Святом Власе все-таки как-то поприятнее. Может быть, здесь нет таких больших помпезных отелей, застройка более малоэтажная. Ну вот, зато мы приехали прямо к морю. Где вы еще так подъедете прямо к самому морю? Мы в Святом Власе. Подъехали почти к самому берегу. И сейчас поснимаем то место, куда мы выехали. Вот это море. Здесь оно намного глубже, намного интереснее. Святой Влас мы снимаем, это почти прямо напротив Несебра. Просто это все Святой Влас или Елените дальше. Но вот здесь вот ландшафт примерно такой. С
Сегодня очень такая ветреная погода. Здесь впадает какая-то речка. Говнюшка. Чистейшая, сбор течет. Да, сейчас. Вон там эти хариусы плавают. Хариусы, да. Два хариуса. Мы с тобой. Вот такой бескрайний простор отсюда. Куда ни кинь, море вокруг. И красота такая. Обалдеть. Вот куда ни смотри, везде море. Право, лево. Везде. 360 градусов. Сегодня у нас многослойная одежда. Я думала, придется мне в футболочке гулять. Оказалось, да, благодаря. Пожалуйста. Мерси. Оказалось, что придется мне в пуховичке сидеть. Но на солнышке идеально, тепло. Если бы не ветерок, то, конечно, было бы здорово. Но сейчас мы как-то сидим здесь вроде и ветра нет. Здесь нет ветра, да? Да. Мы нашли уютный закуток. Никаких особых изысков нет в этом кафе. Ой! Но зато мы тут одни. Природа, тишина, шум моря. И мы. Поэзия. И мы наслаждаемся солнцем. Наслаждаемся. В кустах чирикают воробьи. Да-да-да. Рядом плещется море и создает нам фон. Ну, как кофе. Ну? Ну, ну, конечно, не бразильская кофейня, но тоже ничего. Недостаток вкуса компенсирует природа. Вот и я и вид на море. Точно. Это правда. Что-то компенсирует. Либо того нет, либо другого. Редко бывает и то, и другое. Зато мы сейчас будем есть чернокофе. А цена? Не знаю. Тебе дали меню. Дали? Ты посмотрела? Да, вот я и говорю, где? Цены как на Капри. Покажи, какое Капри у нас тут рядом. Но все равно красиво. Посмотри, впереди не сэдо. Ну тут вот, да, куча металлолома портит. Вот кафе под дубом. Главное, что здесь есть, это вот это. Вы такого дерева не видели. Это дерево настоящее. Вот здесь такая речка, но она вроде бы даже и чистая. Я даже стою тут и сейчас прыгаю. Вот я на пирсике. Классно. Везде море. Да, впереди меня Несебр, правее солнечный берег, а мы в Святом Власе. А дальше там Елените. Ова! Волны! Сегодня волны! Привет. Что ты хочешь от меня? Что? У меня ничего нет. Какой ты красивый. Какой ты красивый. Он хочет, чтобы я его погладила. Мы с тобой стоим вместе. Давай. Мы с тобой вместе. Это не кушает. Нет. Там в другом месте. Нет, здесь нет. Нет, нет. Это не кушает. Нет. Извини. Эй, ау. И что я тебе дам? Ну что я могу тебе дать? Да. Погоди. У него нет паспорта.
Гигиена. Подожди, подожди, ты куда лезешь? Ты меня сейчас камеру только не сожри. Не-не, ты что носом? Сейчас хватит камеру. Тихо, на тебе, иди сюда. Иди печенье тебе дам, иди сюда. Только что отловили чернокопчика. Чернокопа будем есть. Я снимаю, как собака смотрит. Ты ешь, а она смотрит. Как чернокоп? Понял? Чернокоп просто бомбический. Заходит. Отлично. Погоди. Ой! На. Оп. Она расходка у тебя. Иди. Арис, вишканя у тебя. Айли, встал. Не забудь. Да. Вот такой враковина у нас. Tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. О святом Власе. В 1963 году он был объявлен климатическим морским курортом. Говорят, что его климат наиболее благоприятен при лечении рака легких. Россияне владеют 40% недвижимости в этом курорте. Святой Влас активно начал строиться с 2000 года, а в 2006 году он уже получил статус города. Ну а теперь мы отправимся на курорт Еленити. Еленити – это небольшой курортный комплекс. Раньше это была резиденция Тодора Живкова, то есть закрытый такой курортный комплекс. Еще в 2000 году, подъезжая к этому месту, нас встречал шлагбаум, и мы не могли проехать туда. Но после 2000 года все изменилось, и теперь это открытый курортный комплекс. В нем всего один 5-звездочный отель, но зато есть много 4-звездочных отелей, виллы и апартаменты. Строительство Еленити началось в 1985 году, но это уже интенсивное строительство. Пляж Еленити имеет протяженность 800 метров. В 2018 году он получил международный сертификат качества «Синий флаг». Такой же сертификат получили и пляжи Святого Власа.
выехать на пляж в Елените. Здесь вот расположен паркинг, но все было закрыто. И мы покрутились и поехали обратно. И выехали на пляж только уже в другом месте. Отели здесь не работают, по крайней мере, многие отели не работают, и курорт выглядел в конце апреля еще закрытым. Охрана, правда, работает очень хорошо. Во всех отелях есть охрана. Ну, давайте немного проедем по этому курорту и посмотрим на эти замечательные красивые отели. Но, как я уже сказала, большинство из них еще не работают. Бич. Аморе бич. Так, дальше идем. Аморе бич. И все. Аморе бич. И такие пегасы. Просто летучие. Летучие пегасы. И чуть помедленнее. Мы идем на пляж. Мы в Елените, никого нет. Идем на пляж. Смотрите, как здесь пахнет морем. Здесь можно плыть старыми себе. Всех кустами, это волна рельса. Подмыло. Красиво. А самое красивое это вот там, конечно. Да, вот это отсюда можно прыгать в воду. Вниз головой. Ну, конечно, не вверх. Но почему-то здесь вот, как всегда, трохи не достроят. А так бы было классно. Бережок Елените. И вот такой ландшафт. Тут какой-то огромный-огромный отель. Вот здесь смотрит. Но его в лучах солнца уже не видно. Там написано только бич. А я не вижу, что за бич. Не видишь вот там? Бич. Не знаю. Не видно. Ну какой-то супер бич, короче. Да, и никого. Жизни нет. Да. Близятся сумерки. Мы покидаем Святой Влас. И отправляемся обратно к нам на Золотые Пески. Второй съезд. Спасибо всем, кто путешествовал вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет еще очень много интересных путешествий по Болгарии и не только. Всем доброго здоровья и пока-пока.